Ну что ж, друзья, здравствуйте. Погодный экстрим продолжается. Мороз немножечко ослаб, но замело снегом. Бесконечный снегопад. Не успеваем отгребать. Вот здесь вот кошки поблизости только ходят, лапки. Снега, конечно, немерено. И, что интересно, теперь в водоканале беда. То свет, то отопление. Теперь вот понаехали ремонтники. Там прорыв, фонтан был. Вот теперь они что-то там делают. И уже не первый день. И такую погоду приходится им. Здесь у нас вот такие бугры снега. Это бугры просто намело. Это еще ничего не отгребали. Ни лопат, но лопатой немножко к курам, вот. А снегоуборщикам еще ничего не отгребали. А я вот достала тесто. Это купленное тесто. Слоеное. Достала пачку творога из морозилки. Сделаю начинку с творогом. И здесь у меня яблоки. Ранее вареные. Вот целая кастрюлька. И с яблоком сделаю. Машину муж отогрел еле-еле. Но это благодаря тому, что скачки с 30 минуса были до минус 10. Малость отогрелась еще. Вот такие вот дела. Проснулся Кысочка, Бонифаций. Бонечка, проснулся. Там вам папа дорожки разгребает, Бонечка. Бонечка. О. Тут до мороженого снега греб. Да. Снежу 30, блин, 35. Ясно. Вот мороженого снега снега. Костыль. Видите, у нас не закрывается. Расперла. Мы на ночь даже не закрываем теперь. Вот муж только что почистил. И смотрю, опять вот такая погода. Вот такая погода опять. Налетела вот такая круговерть. Ой. Ой, что делается? Ну это же красота. Это же пурга. Соседи, дети чистить приехали. И не почистишь, без толку, потому что. Ух, красота же. Вот так вот. Хорошо, снегоуборщик есть. Ой, аж темно. Да. О, даже на стекла налипает. Но это потому, что
0, минус 0,6. Это значит, он с дождем или просто тает? Нет, если минус 0,6, значит, он тает. Да. Забыла пирожки снять на видео. Ага. С творогом и с яблоком. Такие. А еще у нас в духовке картошка и перец. Правда, мороженое, но оно тает и запечется.